Всем привет! Сегодня готовлю вкуснейшие трубочки из лаваша с начинкой. Это очень простое и обалденно вкусное блюдо. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Начинаем с того, что отвариваем картофель и с помощью толкатчика делаем пюре. Натираем на терке 100 грамм сыра и добавляем сюда же, в пюре. Сюда же добавляем мелко порезанный укроп. Также через пресс выдавливаем 2 зубчика чеснока. Теперь все хорошенечко перемешиваем. Солить не надо, потому что картошка варилась в подсоленной воде, и сыр тоже соленый. Начинка готова. Беру 3 листа лаваша. Один из них разрезаю пополам, потом на такие вот полосочки. То есть один лист делим на 3. Получаются такие вот полосочки. Остальные листы лаваша нарезаю точно так же, на полоски. Теперь формируем трубочки. Берем нашу начинку и укладываем с краю. Немножечко выравниваем руками и заворачиваем. Заворачиваем в трубочку. Получаются у нас вот такие трубочки. Также поступаем с остальными. Трубочки сформированы, приступаем к жарке. Наливаем на сковородку растительное масло и укладываем трубочки. Обжариваем на одной стороне, потом переворачиваем и обжариваем на второй стороне. Жарим без крышки. Переворачиваем. Ну вот, целая гора замечательных вкусных трубочек готова. Делается достаточно просто, получается вкусно. Всем приятного аппетита!